Всем огромный привет, девчонки, у меня сегодня прям такая радость в душе, потому что, как всегда, я получила посылочку от компании Vrache. Сейчас вам покажу, что я заказала. Мне кажется, это самое выгодное предложение. Я просто купила свои хотелки, которые я хотела еще в прошлом году. В общем, давайте будем смотреть мою посылочку. В прошлом году, когда вышли новогодние, прошлогодние лимитки, снежная ваниль и зимние ягоды, я как-то взяла водички, но, в принципе, ничего не успела взять. Попробовала еще кремы для рук. А теперь, когда увидела, что в разделе «Черная пятница» можно было заказать эти лимитки, то, конечно, я уже шанс свой не упустила. Именно в разделе «2 по цене одного» я заказала вот такие вот эксфолианты для тела, зимние ягоды. Стоил один эксфолиант 449 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. Вернее, 499 рублей. И девчонки хвалили эти эксфолианты, и я все-таки рискнула и заказала этих эксфолиантов 4 штучки. Ну, давайте один откроем, потому что все-таки мне хочется пустить данный продукт в использование. Вот так вот он выглядит, как щербет. Пахнет очень приятно. Идет такой вот аромат, прям аромат вот зимних ягод. Но я чувствую смородину. Не знаю, почему я чувствую смородину. Может быть, потому что она здесь есть в составе. Очень приятный, очень такие мелкие скрабирующие частички. Буду с удовольствием пользоваться, поставлю сегодня уже в использование и буду наслаждаться качеством данного продукта. Далее у меня шли также лимитки. И это у меня были, опять же, зимние ягоды, гель для душа. Такой гель у меня был, вы знаете, впоследствии он почему-то потерял у меня такой вот оттенок и стал светлее, но сейчас продукты пришли с оттенком, какой он и должен быть, и сейчас мне хочется посмотреть срок годности, если, конечно, я найду, но найти я, к сожалению, не могу. Да, найти я не могу. Ну, ничего, я думаю, гелем для душа ничего не будет. Да, аромат классный, приятный, такой с кислинкой. Как раз то, что мне сейчас нужно зимой. Также, эти гели за 2 штучки я заплатила 149 рублей. То есть, один 149, а я за 2 отдала 149 рублей. Далее идет у меня крем для рук. И он стоил 99 рублей. Здесь всего лишь 30 миллилитров. Вот такая вот малютка. У меня такой крем есть. И вы знаете, если сравнивать с лимитками, со снежной ванилью и вообще с кремами для рук из серии Yves Rocher, то вот именно вот этот крем, он невероятно, невероятно именно такого люксового качества. Отличный. Я даже и не ожидала, потому что он и не жирный, и не какой-то такой липкий, не оставляет пленку, но в то же время очень хорошо питает, хорошо увлажняет кожу рук. И, конечно, этот крем стал моим безусловным фаворитом. Я, конечно, жду от лимитки 2018 года, я жду примерно таких же результатов. Далее у меня в заказе был еще один продукт, который шел по очень-очень выгодной, такой прям выгодной цене. Это была парфюмированная свечка из прошлогодней коллекции. И она стоила со скидкой всего 299 рублей. Сейчас я сегодня заходила на сайт и видела, что именно вот эта вот свечка, она идет уже по 449 рублей, но она есть в наличии. Свеча идет 70 грамм всего лишь.
такой прям стильный дизайн, но как я поняла, что свечи Ив Роше, они все идут в таких же стаканчиках и только меняется аромат. Вот этот аромат мне показался таким именно нежным, и я не чувствую здесь вообще аромат зимних ягод. Здесь что-то такое парфюмированное, мне даже кажется, здесь пахнет ванилью. Ну, возможно, я ошибаюсь, потому что у нас у каждого свое восприятие, и мы воспринимаем по-своему тот или иной продукт. Очень рада, безумно, безумно просто не могу найти слов, как выразить ту радость, которая мне досталась за 299 рублей. Хотя, признаться честно, я никогда не брала свечки от компании Ив Роше, и это мой практически первый опыт в этом году. Я прикупила, смогла словить на сайте свечу зимняя ночная ваниль. Сегодня я как-то так посмотрела видео одного из блогеров и увидела, что показывает опять ночную ваниль водички, там масла. И я сегодня зашла на сайт и представляете, масло опять появилось, свечки уже пропали, масло появилось, пришлось мне сделать заказ ради этого масла, потому что масла у меня нет. У меня произошел казус, моя посылка, мне на почте ее отдали разбитую всю, перееханную катком, и я отказалась от нее, не забрала. У меня там были лимитки всякие, ванили была, и водички две, и два масла, и мешочки, и наливное яблочко, в общем. Девчонки, я, конечно, сначала расстроилась, но теперь я думаю, что мы все наверстаем. Теперь покажу подарки. Подарки, конечно, в этот раз очень классные на сайте. Это мицеллярное масло. И в предыдущем заказе я также себе заказывала. И скажу вам сразу, что все заказы, которые я делаю на сайте, и сейчас действует это предложение, девчонки, я заказываю именно это масло. Я не беру шампунь. Я не беру там никакие абсолютно, там, по-моему, представлена маска ночная для волос, но я беру именно вот это масло. Ой, оно мне все потекло, но это и нужно нам. Так, теперь смотрим. Ну, масло имеет такую прям маслянистую консистенцию. Ну, в принципе, оно такое должно, но я думаю, при соприкосновении с водой оно будет пениться, как и все мицеллярные масла. Запах, конечно, нереально классный, пахнет вот этой вот серией Pure Camille. И немножечко хотела вам про это масло прочитать, потому что формула содержит более 91% ингредиентов натурального происхождения, без красителей, без минеральных масел и без парабенов. Смягчает, возвращает коже ощущение комфортно, хорошо удаляет макияж. В общем, чего я и хотела. И сейчас у меня запасы пополняются этим маслом. Кому-то я буду дарить. Ну и, конечно же, себе пополню и буду пользоваться, я думаю, не один год данным продуктом. Второй подарок, который я вбивала опять код бонуса. Я в последнее время не беру в денежном эквиваленте скидки, а вбиваю код бонуса, потому что дают классный и дорогой подарок. Это лимитированная коллекция Evidence. Флакончик очень красивый. И эти водички у меня уже, я сбилась со счета, потому что первые две я подарила, а сейчас я их составляю в запасики и буду обязательно использовать в будущем для каких-то презентов, подарков. Это, мне кажется, очень и очень стильно и дорого. Как обычно, девчонки, я оставлю код бонуса в описании, но в предыдущем видео я говорила, что сейчас по этому коду бонуса дают не Evidence, Evidence уже больше не дают, к сожалению, а дают Secret Descens Accord Chic 50 мл. Заказывайте, кто любит этот аромат, у меня его безумно любит мама, я его просто не переношу, я заказала для нее. И положили мне, вложили пробники, компания нам вкладывает на свое усмотрение. В предыдущем заказе у меня были точно такие же пробники, потому что, наверное, в один день я делала эти заказы, или днем ранее, днем позже, Hogar и Mon Evidence. Классная парфюмерия. Будем эти пробнички использовать в своих домашних целях.
И счет-фактурка. Счет-фактурка у меня небольшая, на 1544 рубля, но эти лимитки я все-таки ухватила и безумно этому рада. Спасибо, что вы оставались со мной. Всем вам удачи, добра и до новых встреч. Пока-пока.